Desert Eagle. 10 рублей в день. Ёмки, как, сука. Так. Играю за Диану в лес. В лес пойду. Ну, пойду жабу завалю, что-то я не знаю, я... Думал сначала, ну, это по сути не имеет значения, либо двух камней тут завалить, либо жабу, да, один хер я левел апну как раз, второй. На синий баф я пока не попрусь, да? 30 секунд до призыва миньонов. А чё Шаку тут? А чё Шаку пришел? Он даже кару не взял. Я не пойму, а нахер он это делает? Он чё, синий будет забирать? Ну окей, ладно. Охереть, Шаку умный. Короче, он пошел, он не лесник, он на мид. Но он пошел сразу синий баф брать. Ебать, он умный. Наверное, видосиков в интернете насмотрелся. Еще и не по таймингу вешки свои ставит. Они уже одна пропала, блядь. Чего, блядь? Он чё, ебанутый? Ну ладно, окей, ладно. Я не понял, что он несет, если честно, Шаку. Я не понял, что он сказал. Я не понял, Шаку хочет, чтобы я на мид пошел или что? А ничего, что я кару взял там? Его, интересно, это не тревожит? Да, странные типы попадаются, когда не на ранге играешь. Хотя и на ранге иногда непонятно, кто попадается. Нормально все, Шаку пошел на мид. Не, ну, в принципе, он технично синий баф взял этими вэшками. Только непонятно, почему он у меня... Можно сказать, отобрал фарм. Ну ладно. Так. Вообще, Диана, она мне на самом деле не особо нравится. Ну, я не знаю, может, если как мидер на лайн идти. ФБ на топе наши сделали, это хорошо. Может быть, с точки зрения как... Лайнер, она может нормально, а как лесник, конечно, ну мне не особо. Наверное, видите, у меня даже вампиризма нету. Да, у меня... Я купил талисман охотника, от него же вампиризма не идет. Вот так, ну чуть-чуть отхилились. Дамагер, она хорошая, то есть именно как АП керри у меня вопросов нету. Вот с точки зрения как лесник, да, ну так, на самом деле... Не самый, мне кажется, лучший лесник, ну. Может, даже лучше именно куда-то на мид, да, идти, ну. Пока пофармим, побегаем Дианой. Бля, да убей. Ну, красный баф. А, давайте красный баф, наверное, заберу сейчас. Давай, у меня как раз стан есть. Кстати, у врага Гекарим лесник. Вот Гекарим, он нормальный такой, кстати, лесник. Опять же, не самый лучший, но нормальный. Нормально у нас Джакс на топе пока выносит вражеского Джакса. Так, пока нормально. Ешку я не качаю. Ешка, она пока не нужна. Кстати, вот мне что нравится у Дианы, если ты ультуешь во врага, на котором Кьюшка, да, то КД с ульта сбрасывается. То есть вот это вот очень мощная штука, да? Очень мощной ульту делает. То есть ты можешь ульту фактически два раза по врагу прожать. А когда кьюшку, на него ульт, и потом еще раз ульт, да, то есть вот очень мощно вот это. Все, можно идти закупаться. Плюс ешка врагов притягивает. Только ешка не наносит урона. Вот это не очень хорошо. Так, и хилку одну. Ну, как водится, я пока до ульты не буду убивать. Пока ульту не возьму.
Да, так именно как дамагер, да, как АП, очень даже, то есть, нормально. Первую катку, если что, за сегодня играю. Бля, нету синего баф. Ну ладно. Тогда пока жабу возьмем. По сути, на бот можно было бы прийти, убить там на боте нормально. Не фуловые враги бегают. Видите, враг очень далеко прошел. Вот если бы у меня ульт был. Чё пикает Шаку? Сам просит помощи и сам уходит. Вот странный тоже какой-то. По сути, я бы мог на бот прийти помочь, но без ульты. Как я сказал, мне это пока не очень. Сподручно. Теперь Ешку качаем, потом следующий мульт качну, да? И можно, собственно говоря, 6-го уровня ходить гангать. Просто у меня пока тупо урона не хватит. Для убийства. Я не успею ко врагу. А ну-ка. Ты чё? Да... Вот тварь какая, а. Давайте. Блять, промазал. На, нахуй. Отлично. Ну, я подмазался, так сказать. Пришел, Эш хотел убить, но я по ней клюшкой промазал, да, кажется. Ну, хотя бы блицкранка. Ну, нормально. Кстати, я могу еще карой дамажить, но пока не особо. Так. Черт, хилку не на ту кнопку поставил. Так, можно пока краба убить. Эх, сейчас ульта будет вообще. О, отлично, все. Теперь можно просто по два раза подряд. И притом ульта дешевая, она всего лишь 25 секунд, когда держится, тратит 50 маны. И плюс ее можно два раза подряд проюзать, если на враге кьюшка висит. То есть вообще отлично на самом деле. Даже можно сейчас попробовать кого-то убивать, если пушить не будут мои тиммейты. Ну, пока пушат, пока я не смогу ничем тиме помочь. Пока пофармлю, похожу. Опа-на. Ты чё, ты ни хрена себе у Зеда дал. Ни хрена себе. Охуеть. Охренеть у Зеда дамаг. Чё-то я ебал вообще. Дэш, говорю мне, чё-то Диана, ну так себе. Чё-то пиздец. Я не думал, что у Зеда такой урон. Я думал, что смогу убить его, если чё. Пиздец у Зеда дамаг. Чё-то, блядь, надо прийти убить его сейчас. Это на самом деле расфармленный Зет, это пиздец. Если он сейчас раскормится, то по сути ты ему хер что сделаешь. Пиздец. Я даже не ожидал такого. Притом Шаку нихуя не делается. Заметьте, Шаку не фармит, а Зет фармит. Видите, Шаку даже ничего сделать Зеду не может. У Шаку еще и закуп неправильный, сука. Смотрите, вот куда Зет съебался. У него тут вард стоит, не иначе, да? Сука, он что-то пишет еще, блядь. Сейчас замучу нахуй его. Бляс. Ну давайте хоть эту Квин, потому что мне уже пора убивать 6-го уровня. Ну, давайте, блядь, атакуйте. Бой, ебать. Я кьюшку не туда проюзал, походу, бля. Ну хотя бы ассист взял. Короче, с Зедом надо что-то делать сейчас. Потому что Зед пиздец, если он расфармится, ну по сути все. Ты ему уже ничего не сделаешь в этой игре.
Еще Шаку нулевый. Нихера, блядь, не может против Зеда сделать и нихера не фармит. Просто стоит, я не знаю. На лайне просто так. Давай, давай, давай. Убьем, убьем. Видите, оп. Оп, и еще раз ульт. Видите, то есть я два раза сейчас ульт проюзал. Отлично. Ну, как отлично. Правда, мне фраг не засчитали, ну ладно. В принципе, нормально. Главное, что убили. Давайте синий бал возьмем. Вот так, по сути, я и против крипов могу использовать ульту, кстати. То есть, для фарма. Видите, Зед боится теперь, под вышкой стоит. Ну, пусть стоит. Да, плохо, что Ешка не дамажит, конечно. О, так. Замес пошел на боте, сейчас прийти можно. Если успею, конечно. Постоянно без меня все заканчивается. Да ты чё? Ой, всё, блядь. Заебись вообще. Видите, ну, по сути, всё. То есть, Зеду уже, я не знаю. Мало что можно противопоставить. Я не знаю, зуб Нашера купить. Наверное, грозу лечей, потом зуб Нашера. Вот такой скоростной у меня, так сказать, закуп будет. Заметьте, у Зеда счет уже 1-0-1, да? То есть он не дохнет и притом нормально фармит. Это на самом деле пиздец. По сути, его реально убивать надо, потому что мы ему, ну, потом ничего не сделаем. Зед еще, я не знаю, он все время уходит куда-то, то есть его не подловишь даже. Давай, давай, давай. Да как я промазал? Давай, давай. Отлично, ну хоть как-то так. Все-таки убили, это главное. Правда, это было не очень просто, но убили. Угу. Да, мог бы кару сейчас и не использовать, ну ладно. Так, я не знаю, по сути, надо на бот прийти гангануть, потому что там враги очень близко к нашей вышке подходят, то есть там очень удобно было бы гангануть. Да, видите, как враги близко подходят, сейчас вот... Давайте, давайте. Сейчас приду, могу даблкил, в принципе, сделать. Да не отпугивай ее. Давай, 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 давай. Где она? На, нахуй. Блин, правда, флеш пришлось потратить, но да ладно. Главное, что все-таки вражеского АД убил. Можно даже Зеда убить, наверное. Не со 100% вероятностью, но... Бля, у него вард стоит у этой твари, походу. Ну ладно. Да, у Зеда не иначе, как Вижн там стоит. Либо он Ванга просто. Тоже бывает такое. Отлично, фармим ультом. Так сказать. О, давай, давай, вот сейчас, давай. Блин, как Зед чувствует просто? Он как будто видит или чувствует, я вот не понимаю. Вау, вард. Я так и знал. Минус вард. Еще где-то вард у него стоит. О, видите, я так и знал. Просто понатыкал вардов.
Вот так, все. Теперь у врага вижена нету, по сути. Видите, двойной ульт. Вот пиздец. Видите, Гекарим это, конечно, мощная хуйня. М-да. Я даже не знаю, чем мне убежать, может, стоило. Но, опять же, эта бабка надвое сказала. Смог бы ли я убежать от Гекарима, не факт. 12-12 пока в нашу пользу. Ой, да, в нашу пользу 12-12. 16-я минута игры. Ну убейте, блядь, смотрите, эта сука стоит. На боте что-то... Пиздец, враги обнаглели. Пиздец, байтят по полной просто. Они специально демонстративно так стоят, чтоб на них нападали, да? У врага какой-то херовый АД. По сути, вражеская команда ничего не представляет. Там только Z, ну так, более-менее, и Джакс. И все. Уху-ху-ху. Да ладно. Да ладно. А как он меня убил? Я же... Бля, иногда так вот это в этой игре бесит, да? Как меня могли убить, если я как бы за дистанцию вышел? Он до меня даже ультой не доставал. Блицкранк, вот понять не могу. Просто бред. Как он меня убил? Да, как я сказал, Диана это так себе на самом деле. Лесник очень так себе. Именно вот если б на победу, да, вот на победу я б его не пикал. Точнее ее. Ренгара, Казикса, да? Ну, Шаку можно, то есть Варви какого-нибудь, это другой разговор. А Диана, это, конечно, ну, не особо, не особо такой чемпион. Уже 12-14 счет. Бля, да как я промазал, ну, чё... Ну... Охуеть! Вы видите, они просто... Пиздос. Они просто тупо всей тьмой на меня... Я не знаю как, но они всей тьмой постоянно бегают. Я даже не знаю как. Я даже не, не понимаю, как они успевают оказываться в одном и том же месте постоянно. Просто пиздец какой-то. Я даже не знаю, как против них играть. Просто все время, на кого бы я ни напал, они вместе друг с другом оказываются рядышком. Я просто хз. У них Джинкс уже, точнее, Джакс расфармленный. Да, пиздос. Угу. Убьем даже дракона. Вот чё вы стоите? О, давай, 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 убьем. Отлично, отлично. Вот это сейчас неплохо было. Блин, а зачем я это сделал? Ну, по сути, да, тут можно сдаваться, потому что Зеду, расфанбленному, у которого 7-1, ты уже ничего не сделаешь. Хорошо, что хоть не ранговая игра. Да уж. Смотрите, видите, Зеду уже похуй. Он просто на лоу хп под вышкой стоит. Он понимает, что его, ну, не убьют. Мы даже не пропушили. Смотрите, у них даже на боте целая вышка почти стоит. Пиздец. На миде половинчатая. То есть... Пиздец, тут сдаваться, по сути, надо, все, вот, тут уже нет смысла. Не хотят сдаваться, ну, как обычно. А-а-а.
Странно, я думал, враги дракона убивать будут, а они даже дракона не забрали. Иду, иду, иду. Отлично. Хотя бы облачный дракон, ну хотя бы. Бля, у меня тьма вообще нулевая. Пиздец, нахер я туда полез. Знал же, что убьют. Блять. Вот знал, что убьют. Просто знал. Ну, давайте пушьте теперь, раз уж убили. Во вражеской команде только Z один живой остался. Ну, по сути, Z, я не знаю, он уже пиздец что делает на самом деле. Вот Z любого из нас ваншотнет, я думаю. Ну да, 13 уровня. То есть Z уже, ну, мы ничего не сделаем. Не знаю, ну хотя бы накоцывали бы его. Угу. И силы магии у меня не особо много пока. Хотя у меня скиллы вот именно под АП заточены. Вот блицкранка, я не знаю, не убью, наверное. Бля, да как я промазал-то? Да как я промазал два раза, блядь. Ну пиздец, тут просто все слито, потрачено. Пушили бы хотя бы тогда. Ну о, заебись, у них Z легенда, то есть тут уже ну ничего не решишь. На, сука, у них еще и вард в кустах стоит. Тварь. Да беги, пиздос, я мискликаю, блядь, он не бежит нихуя. Готов. Кто еще тут? Все? Давайте, давайте, блицкранк. Отлично. Давайте карой по нему, давайте. Отлично. Вот это нормально. Вот если бы мы с самого начала так играли... Было бы заебись. А теперь у Z 10-1 счет. Я даже не знаю, что ему сделать можно. Z, у которого 10-1 просто. Погасите солнце. О, этот еще Шаку что-то ходит, мой лес фармит. Пиздец. Так, ну что ж, можно закупиться. Так. Бесовской мансурит и жало у меня и на то пока хватит. Бля, да все пиздец. Это просто пиздец. Просто пиздец. Видите, враги тьмой бегают, а мы тьмой не бегаем. То есть мы ничего сделать не можем. Они просто, по сути, всей целой тьмой бегают. Мы их просто, ну, не перебьем никак. Вот, видите? Это просто пиздец. Мы им просто, ну, нихера не можем сделать. Пиздец. Видите, враг даже не боится нихуя. Чё ему сделаешь? Вот ты сука, а. Охуенно, блядь. М-да.
Короче, вы поняли, в чем суть, да? Притом, моя тима почему-то сдаваться не хочет. Надеется еще выиграть как-то или что, непонятно. У них Z 15 уровня, 1.11. Точнее, 11.1. Чё они пытаются сделать вообще? Какой смысл игры? У них Джакс имба. Пиздец. М-да. Если хотят выиграть, пушили бы. Пушьте. Если хотите победить, пусть уж тогда. Оп. Вот ты сука. Видите, Z выебывается, когда со своей тимой. А как один оказался, так сразу по съебам. Тварь. Ну где? На, сука. Бля, Z такая сука, он меня прям выбесил. Пиздец. Просто выбесил. Так, у меня есть КД 40% на 27-й минуте. Сила магии 208, маловато пока. Можно и побольше. Если бы еще лавового дракона завалили, вот хорошее подспорье было бы для победы. Так, есть у меня зуб Нашара. Дальше смертельную шляпу Рабадона, пожалуй, соберу, потому что силы атаки вот именно самой не особо много. Ой, силы магии я, конечно, имел в виду. Пиздец. Во вражеской тиме даже Квин расфармилась никчемная. Ух-ух-ух-ух, опасно, опасно, блядь. Два варда стоит в одних кустах. Заебись. Ой, как вы заебали, пидар. Бля, я не знаю, почему моя тима сдаваться не хочет. Тут все, конченая игра. Кстати, у меня 9-9-9 счет. Ровно 9-9-9. Хорошо бы было на такой ноте закончить. Бля. Девять, девять, девять. Пиздец. Пиздец, просто пиздец какой-то. Это просто жесть, нахуй. Просто бесполезно уже, абсолютно, я не знаю. Почему людям нравится время тратить, да? Вот сколько раз уже такое было, когда явно сдаваться надо, да? Уже проигрыш, и зачем-то еще играют, вот непонятно. Ох, сколько фарма, давайте. Ничего себе ты, тварь. На, нахуй. Кстати, я собрал все-таки красный баф. Уж заебись, у меня теперь синий и красные бафы есть. Хорошо, хорошо. Я приятно удивлен, то, что смог Гекарима так завалить нормально. Хотя почему удивлен, у Гекарима по сути урона-то нету особо. Хотя лесник он неплохой по сути. Охренеть, у них даже Квина нулевая абсолютно расфармилась.
Пиздец, просто вообще, блять. Вообще, no comments, нахуй. Просто уже под вышками Z убивает, ему вообще похуй. Z уже неубиваемый, в принципе, у него 16-2 счет, он, в принципе, бессмертен. Пиздец. Пиздец. Я понять не могу, почему не сдаетесь, почему моя команда не сдается. Я вот понять не могу этого. Я не знаю, надеются нафармить или что как-то. У Z 17 уровня, на 2 уровня выше меня, это пиздец, ему уже вообще нихуя не страшно. Он даже под вышкой может стоять фармить, по сути, наверное. Блядь. На, готов, сука, я его сделал все-таки. Отлично. Я его все-таки сделал, Зеда. Все-таки он развъебывался слишком. Опять пришлось флешнуться, чтобы убить. Ну, да ладно. Заметьте, Зеда только я убиваю, да? Получается. Кстати, я свой красный баф и синий вернул у Зеда. Он же у меня его спиздил в прошлый раз. Вот я вернул баф себе. И скорость атаки уже такая нормальная. Только мне сила умений понужнее это. Угу, хорошо. Отлично. Хорошо. Так. Угу. Видите, то есть мы даже не можем врага убить по одному, например, такого врага, как Зеда, да? Его, я даже не уверен, что мы его убьем вдвоем даже. А когда враги все тьмой, видите, собрались, тут вообще бесполезно. В тимфайте вообще, ну, смысла нету даже нам сражаться. Абсолютно. Вот видите, просто пиздец же. Просто пиздец. Я даже ничего сделать не успеваю, не могу. Ох, Джакс нормально сделал. А смысла не имеет уже все равно. Как он там сделал. Смотрите, у меня счет 11-11-11 опять, да? Нормально. Магия какая-то. По сути, счастливое число, да, 11-11-11. Должны бы выиграть, но... но что-то пошло не так. Даже на шляпу Рабадона никак нафармить не могу. Надо будет потом песочные часы Жони, наверное, купить, хотя нахер они... Нет, потом я скипет и релай, пожалуй, куплю. Сейчас шляпу Рабадона, потом релай. Наверное, так лучше будет, потому что все-таки сокращение перезарядки мне уже не нужно. А вот живучесть не помешала бы. Убили эти твари дракона. Я имею в виду вражескую команду. Бля, у них тут вард стоит, что ли? Ой, бля. Ох, как я вслепую попал вообще.
Зет засал. Черт. Охуеть, я даже Гикарима, блядь, убить санного не могу, у которого урона и нету, по сути. Ну пиздец, блядь. М-да. Бля, ебанутые, моя тьма еще и сдаваться не хочет, пиздец. Ну признайте вы уже поражение. В чем проблема? Да. У нас еще и Адакири нулевый. По сути. Когда я уже накоплю на шляпу Рабадона и Буч? Как будто настоящая так дорого стоит. Меня репортить собираются. Ага, ну репортите, долбоебы, блядь. Пожалуйста. О, отлично. Сейчас шляпу Рабадона через... 5, 4, 3, 2, 1. Есть шляпа Рабадона. Дальше будет скипетр релай. Я бы, может, купил песочные часы Жони, но мне сокращение перезарядки так уже максимальное. Мне не нужно. Скорость передвижения у меня уже до хера 452. Можно будет ботинок продать, что-нибудь другое купить. Например. А, можно будет потом ботинок, если доживем до этого момента игры, продать ботинок, купить песочные часы Жони. Правда, не уверен, что они мне уже понадобятся потом. Бля. Ой, ты тварь какая, а. Ага, иди нахер, еще и ультанул в меня. Уху-ху-ху. Пиздец. Пиздец, просто пиздец. Интересно, эта катка закончится сегодня, нет? Пиздец, у нас вообще Эш никакая, она вообще дамага от нее нету, вообще, блядь, смысла нет от нее. Смотрите, вообще пиздец, просто нас выносят, мы даже ничего сделать не можем, тупо. Пиздец. Еще и сдаваться не... О, сдаваться давайте. Бля, пиздец, они даже и сейчас сдаваться не хотят. Ой, тварь, блядь. Давай мочим. Двоих убили. Но это расклада игры не меняет. То, что мы двоих убили врагов, это ни о чем не говорит. Мы даже Джакса ебаного убить не можем. Пиздец. Реально? Охуеть, увидите, мы даже... Пиздец. Мы даже вдвоем, мы даже вчетвером Джакса, ну не мы, а они даже вчетвером Джакса убить не могут. Пиздец, просто такой еблонизм, охренеть. Да. Сейчас скипет рела, это в принципе будет шестой слот, и потом ботинок ионийский продать. И можно будет купить, я думаю, вместо песочные часы Жони. Вместо... Во что у меня скорость передвижения, как я говорил, уже достаточная.
Бля, ну хотя бы вчетвером блицкранка завалили. Ну и на том спасибо. Пиздец. У них дракон у врага уже второй. Ну дракон, ладно, дракон это еще хуй с ним. Но мы даже не считая дракона, все равно проебываем по сути. Вот видите, ну смысла нет, я уже могу фидить спокойно, потому что смысла нет никакого. Да. Зет еще и кровопийцу собрал, пиздец, у него отхил теперь идет. Пиздец. За охуенный ульт сейчас от Эш. Ну спасибо, блять, и на том. Я не знаю, Эш теперь, мы 40 минут уже играем. Эш еще, наверное, часок надо поиграть, чтобы она нормально начала убивать, да? Что она купила, блядь, нахера? Нахера талисман Вознесения ей нужен? М-да. Ой, блядь, не то купил. Skip it and rely, вот. Отлично. Давай, воскрешайся. Ангел-хранитель еще этот Джак скупил, ёбнутый. Вот теперь у меня уже неплохой дамаг, кстати, идет, но это уже не спасет. Надо было раньше. Сейчас уже не имеет смысла, какой дамаг от меня идет. Я буду ржать, если мы эту катку выиграем на самом деле. Очень буду ржать. Еще и Эш в ярости наша каким-то образом. Бля, Джин вонючий. По сути, вместе с Джаксом мы можем убить Джина, наверное. Да пропустите, бля. Блицкранк там сзади бегает. Кстати. Во-во, вот он, вот. Ну нахрен, блядь, ну нахрена ты ворвался, сука. Просто нахрена ты ворвался. Просто нахрена вот сейчас Джакс ворвался, просто сдох. И эти люди еще не хотят сдаваться, хотят играть. Я не понимаю, им типа в кайф фидить вот так или что? Я просто логики людей не понимаю этих. Такую катку, зачем ее вообще играть? Тут видно, ну видно, я еще минут 15 или сколько назад говорил, 20, что ну все, тут пиздец. А, блядь. Вот вместе мы еще можем что-то сделать, ладно. Все. Ну вместе еще что-то можно. Все, у меня есть 6 слотов, теперь ионийские сапоги просветления я продам и куплю песочные часы Жони, но не сейчас, надо сначала накопить. Эйс. Удивительно, как мы эйс смогли сделать. Заметьте мою слоту, 14, 15, 16, да? Знаменательно.
Прям необычная такая катка. С такими знаменательными числами. А похуй, пока мы до вражеской базы дойдем, они уже сейчас отхилятся, враги, реснутся. Это даже смысла не имеет никакого. Видите, я же сказал, мы даже не успели пропушить, враги уже отхилились, отрезались. По сути, я уже расфармлен нормально, то есть у меня уже нормально так. И урона-то нормально. Даже с автоатаки, да? Ну да, такое. Даблкил. Я сделал даблкил, только от этого толку ноль. Ну, толку ноль все равно. Плюс я минуту воскрешаться буду, опять же, смысла нет. Видите, у нас Шаку даже нихуя не делает. Я не знаю. Мне 2300 надо потом продать сапоги и купить песочные часы Жонни. А это еще 700, грубо говоря. Да. Но силы магии маловато пока, силы магии мало. Давай быстрее. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. 16, 16, 16 у меня ровно теперь КДА. Нормально. Отлично. Ну, хотя бы так, хотя бы. Ох, ох, как мы Джина. Джин, походу, в АФК стоит. Пиздец. А чё там Джин-то стоял? Ну что ж, давайте наши разоберем, если так настаиваете. Давайте. Хорошо, ульту можно двойную и на наши использовать. Готово. Да как я промазал? Ох! Умираю я. А, нет. Может, не умираю. Ну, пушьте, чё вы. Пушьте. Барона Нашера же зачем убивают? Чтобы пушить, правильно? Ну, идем пушить тогда. 2500 хп у меня уже есть. Что не так плохо для апокери. Коим я являюсь, наверное, да, если я ничего не путаю. Тварь, Джакс вражеский бегает с Нашером. У-у-у, пизда. А, нет. Нормально. Думал, умру сейчас. Давайте, пока враги все съебались, я пока попушу по-быстрому. Опа-на, опа-на. Квина лоу хпшная тут не пробегала. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Не-не, да хуй. Ай, зачем я флешился-то? Просто флеш сейчас проебал. А это на самом деле смысла не имеет, потому что мы, ну, проиграли все равно. Вот видите, я же говорю, от Гикарима убежать невозможно. Он просто пиздец, как быстро игра... ну, скиллы у него на очень быстрое перемещение, да? Так, купил я песочные часы Жонни. Правда, они мне уже не нужны, ну ладно. Сила умений теперь есть 709.
Ну, видите, это как бы 50 минут мне просто коту под хвост, что называется. Просто и барона Нашера просто так убили, получается. Это нам не помогло. Охуенный ульт опять от Эш. У меня вопрос такой, Эш вообще с ульта попадает когда-нибудь? Интересно. Они даже Джакса убить не могут. Вы видите, это пиздец. Они Джакса не могут убить, в принципе. Пиздец. Пиздос, просто это даже смешно уже на самом деле. Просто смешно уже. 17, 17, 18 у меня счет. Больше всех убийств, само собой. Тварь, он еще и с Архангелом бегает. Джакс, в смысле. Да. Еще Блицкранг ебучий сейчас хукать меня будет. Пиздец. Нихуя не ГГ.